всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня покажу самый дорогой аккаунт Stand of 2. Этот аккаунт стоит дороже, чем квартира, поэтому мой вам совет, если вы стоите, лучше присядьте, приятного вам просмотра, а мы начинаем. Ну а перед началом хотел бы тебе подарить эту бабочку, посмотри, какая она замечательная. И чтобы получить совершенно бесплатно, мне надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать любой хороший комментарий, плюс твой ID, и чем больше комментариев, тем лучше. И третье, самое-самое главное, посмотри все видео от начала до конца, без перемоток. Всем желаю удачи, а мы приступаем к видео. Для начала обратите внимание на ник. Тут просто, тут уже все сказано. Топ-1 аккаунт. Это самый другой аккаунт Stand of 2. Это просто нереальный аккаунт. Ну что же, давайте посмотрим просто статистику. Как мы видим, в четвертом сезоне 0 игр. А знаете почему? Потому что на этом аккаунте не играют, на этом аккаунте трейдят и поднимают голдишку. Это нереальный аккаунт, поверьте мне, потому что то, что там будет, вы просто не поверите своим глазам. Сезон номер 3 рейнджер, понятно, сезон номер 2 мастер, сезон номер 1 элита. В союзничках что у нас? Четвертый сезон пусто, третий сезон чемпион и сезон номер... второго сезона-то нету в союзниках. В общей статистике 2.04 КД и общее время игре 1000 часов. Это очень много. Ну что же, давайте посмотрим, когда же последний раз играли на этом аккаунте. И последний раз на этом аккаунте играли полгода назад, еще лето, просто представьте. На этом аккаунте не играют, на этом аккаунте просто трейдят. Давайте немножко почитаем личные сообщения. Я уверен, что там написано что-то по типу «Пиши до голды, умоляю!» Проверяем, просто проверяем, просто проверяем. Бру, может дать голды, пожи чуть-чуть. Блин, ну я же говорил, смотрим дальше. Привет, слей перчатки, пожалуйста. Может дать голды, пожи. Чтоб понимали, у этого человека абсолютно все просят голду. Даже Кента ПК! Братан, пожи, дай голды, если смотришь это видео. Потому что это самый дорогой аккаунт. Этого парня зовут Грасиес, это владелец этого аккаунта. Мог бы купить скин, пожи, Грасиес, братан, я хочу перчатки. Братан, мало ли что ты хочешь. Я тоже много что хочу, но... Да давай без этого, молодой. Смотрим дальше клан. У этого парня есть свой клан, называется Грасиес Сквад, так скажем, вы имели в виду. Если вы когда-либо увидите приставочку этого клана у кого-то из игроков, с кем вы играете, то знаете, скорее всего, этот игрок скрытый миллионер. Так, ребята, ну а прямо сейчас мы переходим в друзья. Кто у нас друзья? У нас в друзьях очень много ютуберов, очень много непонятных типов, ну короче, все как обычно. Давайте-ка мы, ребята, прямо сейчас перейдем в инвентарь. Вот тут-то вот просто самый угар. Поэтому моем советик, прожимаем лайкосик, обязательно подписываемся. А мы переходим в инвентарь. Просто посмотрите на все это. Пока что мы видим только фейбл кейсики. А, кстати, да. А давайте-ка мы один откроем. Не, ну, ребят, так сказать, под шумочек. Никому не скажем. Просто под шумочек открываем один фейбл кейсичек. Нам не повезло. Идемте дальше, что мы видим? А дальше мы видим фуриос кейсики. Ну давайте-ка мы откроем один фуриос кейсик. Ребят, если что, всю голду я дам. Поэтому не переживайте, Кент АПК не обманщик. Ну что, открываем очередной фуриос кейсик. И нам выпадает М40 Вейк. Зашибумба. Ну что, ребята, идемте дальше, идемте дальше. И тут я вижу райвел кейсик. Ну давайте его откроем. Вы просто посмотрите, как же тут много всего. Как же много фуриос кейсиков, как же много райвел кейсиков. Тут даже есть фейбл кейсики, я не знаю зачем они. Тут есть на этом аккаунте абсолютно все. Знаете, чего нет на этом аккаунте? Большого количества голды. Я сам не понимаю, почему на этом аккаунте всего лишь 100 голды. Потому что, учитывая то, что в этом аккаунте 3000 предметов и очень дорогой аккаунт, поверьте мне, я не понимаю, почему так мало голды. Ну ладно, листам, ребята, дальше. И тут у нас пошли Хэллоуин чармпаки. Ой-ой-ой-ой-ой. Насколько же они дорогие, вы даже не представляете. И мой совет, лучше даже не представляйте, они стоят очень дорого. Ну что, ребят, идемте вниз, вниз. Так, дальше у нас пошли рейндом скирпаки. Ой-ой-ой-ой-ой, пошли арканы. Просто представьте, тут 3000 предметов на этом аккаунте. Просто представьте, сколько тут пара перчаток. Ёханый бабай, 11. Просто вдумайтесь, 11 пар перчаток, 11! Это нечто нереальное. Дальше у нас пошли ножички. Раз, два, три, четыре, пять. Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, ребят, я скажу так, ножей тут настолько много, что если кто-то из вас посчитает, сколько тут ножей, лично я от себя подарю 500 голды одному из вас. Потом, пацаны, посчитайте и напишите в комментариях. Обалдеть. Что? Керамбит Голд!
Не, я не верю. Я реально не верю. Слушай, я хочу эту Керамбит Голд выставить на рынок и потом отменить. Я не верю. Блин, что, реально Керголд? Реально Керголд? Обалдеть. Это настоящий Керголд, просто вдумайтесь. Как же тут много всего! Мамочки ты моя, вы посмотрите, есть абсолютно все ножи в игре. Этих легаси целых 4 штуки, обалдеть! Так, что же еще есть интересненькое? Тут есть М9 Bionic Drone Lass. Ничего себе. Ну а сейчас мой вам совет. Если у вас меньше 100 голды, то вам будет на это очень больно смотреть. Я предупреждал, просто посмотрите. Просто взгляните на все эти арканы! У меня нету слов. Окей, давайте обо всем по порядку. Вроде бы это обычный фаб-бум. Но этот фаб-бум стоит, ну, минимум 1004 голды. Потому что тут 4 арканы наклейки. Окей, идемте дальше. М110. Блин, он стоит сам по себе 12к голды. И плюс на нем еще наклеек на 8к голды. Просто вот так вот 20к голды. Просто 20к! М40 монстр. Вот тут-то, ребята, лучше пристегнитесь, потому что этот скин стоит 120, мать моя женщина, косарей! Я не верю своим глазам. 120 косарей! Вы ненормальны, вы просто ненормальны. А в М-бум, статрек с наклейками, аркана, все дела... Я в шоке, ребята, просто как же много всего. АВМ Генезис, это просто обычный АВМ Генезис, на котором 4 Хэллоуин наклейки. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы посмотрите, тут нет ни одного скина с обычными наклейками. Тут нет ни одного скина без наклеек. Абсолютно каждый скин, который видите на экране, он с наклейками. Эмочка Самурай, 4 Самурая. Это эмочка моей мечты. Если когда-то, когда-либо, кто-либо захочет сделать мне подарок, то знаете, я очень сильно люблю эмочку Самурая с 4 Самураями. Блин, как же это красиво. Не, это прикол. Это не, это прикол. ОКР Treasure Hunter с 4 голдскулами. Лол, что? Вась, ты на приколе или чё? Еще один АКРТХ, обалдеть. Чтоб понимали, вот это вот АКРТХ стоит минимум 100 тысяч голды. Это просто минимум. Эмочка Баблджам. Ну, вот эта вот эмочка, да, вроде бы она скромненькая и так далее, но она стоит, ну, 1004 голды, наверное, благодаря ее наклейкам. Обалдеть, на P90 самурай. Угадайте, какие наклейки. 4 самурая, обалдеть, братан. Я обожаю этот вкус. М7 Blizzard, 4 БК арканы. Ну, нормально, нормально. Нормально люди живут. Что, UMP 45 Beast с наклейками Inferno? Их целых 4 штуки. Ого. 5-7 Poison. Ну, ребят, я вам скажу только одно. Это просто трындец какой-то. Почему так много дарих аркан? Я не понимаю, братан, ты кем работаешь? Откуда у тебя? Не знаю, откуда у него доступ к маминой карточке? Ну, просто так Desert Eagle Якудзи. Ну, как он? Просто так 13к голды просто так лежит. Дальше AVM to Years Red, который стоит 4к голды, просто так лежит. G22 Frozen, он стоит 45 косарей голды с 4 наклейками, арканами. Вот это я понимаю. Я понимаю то, что я ничего не понимаю. АВМ Sticker Bomb. Вот, ребят, мой совет. Если вы трейдер и хотите заработать, покупайте АВМ Sticker Bomb. Если трейдер их купил, то значит они по-любому будут дорожать в цене. Поэтому мой совет, покупайте их как можно больше. Чего? Это АВМ Treasure Hunter с арканами наклейками? Что? Не, я не верю, это фотошоп, это все фотошоп. Я просто хочу выставить на рынок. Я хочу выставить на рынок вот так за 199, раз, два, три, за 199 косарей. Подождите. Нет, это настоящий АВМ ТХ. Обалдеть, ребята, это просто инвентарь моей мечты. Просто инвентарь моей мечты. Ну что, смотрим дальше. М4 Pixel Storm. Ну, такой скромненький. Подумаешь, всего лишь-то 4 наклеечки Биохазар, каждый из которых стоит 1,5 косаря. Некромансер! Это кому просто пришло в голову на некромансера приклеить 4 этих наклейки? Каждая из этих наклеек стоит по 15 косарей. Это дробаш некромансер статрек. Вам не показалось? М16 Iron Will. Ай-яй-яй-яй-яй. Вы посмотрите на эти 4 БК, ребята. Уго, пристал побежончик, полейся комментарии. Дальше М16 Винджет. С 4 дорогущими наклейками, каждый из которых стоит по 5000 голды. То есть мы прямо сейчас видим на экране, ну, минимум 1022. То есть 20к наклейки и 2000 сам скин. Обалдеть, не встать. АКР 12 Рейлган. 4 Дрэгона.
Дядя, я не понимаю, ты банк ограбил или что произошло? Откуда так много всего? Ты девять-некромансер с четырьмя арканами? Что? Четыре арканы? Вы на приколе? Не, ребят, это просто нечто нереальное. У парня еще просто завалялся. АВМ Спорт В2? Ну ладно бы, это был обычный АВМ Спорт В2, но это АВМ Спорт В2 с брелком с неймлесс коллекции В2 и 4 Дрэгона. Не, ну как это объяснить словами? Вот просто никак. Братан, я не знаю, ты что там на эти скины ртом зарабатываешь или как? Я уже не говорю про какие-то АВМ Спорт с этой наклейкой, которая стоит 15 голды. Я уже ничего про это не говорю. Это пыль в сравнении с вот этим. Это реально пыль. Блин. Ну что, листам дальше. АКР 12 Foyers. Мой вам совет. Если вы трейдер или мечтаете им стать, покупайте. Вот просто от души я вам говорю, покупайте АКР-12 Foyers. Это реально обалденный, крутой, хороший скин, который вы потом в будущем сможете перепродать в 3 раза дороже. Если он их купил, значит этот АКР-12 по-любому подорожает. АКР-2ERS. Ого, и сколько он стоит? Просто 4500 голды, и у него целых 2 штуки. Обалдеть. Дальше у нас пошли эпики. Ну вы посмотрите, какие наклейки на эпиках. Это прикол какой-то. Это прикол. Опять арканы наклейки на эпиках. Блин, кто? Кто приклеил на FNFL Tactical вот эти идеально красивые наклейки? Это кому в голову пришло? Это что за псих? Я просто это не понимаю. На М4 Grand Prix на этот самый некрасивый скин кто-то приклеил наклейку Bad. Эта наклейка стоит 15 голды. Кто приклеил? Кому в голову пришло на М4 Grand Prix это приклеивать? Обалдеть, вы ненормальные, вы реально ненормальные. Так, ребят, листаем дальше. Просто спокойненько листаем вниз, и я вижу USP Stone Cold с 4 перцами. Ого. Ого, ого, ого. Так, идемте дальше. О, USP Genesis. Кто-то ненормальный, братан, тебе лечиться надо. На M110 Кибер Статрек приклеил вот эти наклейки. Не, ребят, этот аккаунт стоит минимум 5 миллионов рублей. Это минимум. Мне реально как-то плоховатенько стало. АКР Карбон? Чё? На АКР Карбон кто-то аркану наклейку приклеил? Не, ребята, это шутка, это плохая шутка. Окей, листаем дальше. Просто посмотрите на все это, на все эти рарочки. О, это просто так лежит FNFL Laser. Просто так, FNFL Laser. С 4 дрэгонами! Как вам такое? Илон Макс, как тебе такое? 4 дрэгона на FNFL Laser. Сколько он стоит сейчас? Он сейчас стоит 40 косарей голды. Обалдеть! Дальше Desert Eagle Морганы. Зачем он их закупил, я не знаю, но мой вам совет. Если трейдер их закупил, закупайте тоже. Что? G22 релик! 4 самурая! Да ты уже надоел. Просто ты уже надоел. Он как будто знает, что самурай это моя самая любимая наклейка. Он как будто это знает. И у него все скины с самураями. Блин, братан, а может поменяемся с тобой аккаунтами? Я тебе свой аккаунт, ты мне свой. И все будут довольны, как только предложение. А? Блин, ребята, скины просто мечты. Обалдеть. Так, тут у нас пошли комонки. Слушайте, а зачем он их закупает? Походу, они со временем подорожают, потому что это Origin коллекция. Раньше они стоили по 0.03 голды, сейчас они уже стоят по 0.8 голды. Обалдеть, они подорожали. Блин, ребята, походу, после этого видеоролика я пойду и куплю себе очень много комоночек. Так, ну что, листаем дальше. Посмотрите, как много комонок. Что? Это все чармы арканы? А сколько они стоят? 91 голду, я помню, они стоили по 25 голды. Наклейки, арканы. 4300. Что? 877. 1200. Дядя, ты ненормальный. Блин, а можешь подарить одну наклеечку? По-братски, пыжи, прошу. И в самом низу, по идее, у нас должны идти медали. Но, посмотрите, он еще скупил граффити паки. Поэтому граффити паки тоже закупайте, чтобы потом подняться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь медалей, аркан,
8! Братан, ты ненормальный. Весь этот кан стоит примерно 5 миллионов рублей. Кто напишет точную стоимость этого аккаунта, вот прямо сейчас просто пробуйте угадать, то лично от меня я подарю 2 косарика голдишки. Поэтому, ребята, прямо сейчас напишите в комментариях, как вы думаете, сколько он стоит. И если вы хотите совершенно бесплатно получить вот эти вот перчаточки, прямо сейчас перешли ко мне в телеграмчик, ссылочки в описании, и мой инстаграмчик, и подписались и туда, и туда. Потому что в инстаграмчике вся инфа с моей жизни. Да, почему я прямо сейчас на отдыхе, поэтому можете посмотреть. Также в телеграмчике будет раздача промиков. И плюс можно получить эти перчаточки. Все, ребята, также подпишитесь на мой YouTube каналчик. Это очень важно, YouTube канал самое важное. Поставьте лайк, напишите ваше мнение по поводу этого видео. С вами был ваш Кентуха, всех обнял, припонял. Всем пока!